Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Алло, алло, дежурный лесной службы спасения, слушаю. Что у вас случилось? Ой, не может быть. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Коксик. Ой, здрасте, дядь Саш, как здорово, что вы пришли. Кажется, у нас неприятности. Еще какие. Только что позвонила африканская ворона и сказала, что у них в Африке дождь пошел. Дождь в Африке? Но это большая редкость. Вот она так говорит. А еще она говорит, что как раз сейчас вывелись маленькие струсята. И если они не укроются от дождя, то промокнут, могут заболеть и даже погибнуть. Мы должны им немедленно помочь. Безусловно. Дежурный, срочно включайте наш специальный прибор наблюдений. Есть! Включить прибор! Так, о, пожалуйста, перед нами Африка. Так и есть. Африканская саванна. Действительно, здесь идет проливной дождь. Ой, смотрите, носорог! Да, носорог. А вот и буйвол. Ой, и лев. Ну а где же струсята? Да вот же, смотри. Ой, такие малыши. Сейчас им уже не грозит никакая опасность. Мама, как всегда, оказалась рядом. Ее перья спасут от дождя лучше всякого зонтика. Ура! Как я рад, как я рад. Да, я тоже очень рад, что на этот раз все обошлось хорошо. Ведь в жизни струсят может быть очень много разных неприятных событий. И они могут начаться задолго до их рождения. Давай попросим наш прибор повернуть время назад. А, сейчас. Готово. Ой, дядь Саш, смотрите, какое большое гнездо. И оно устроено прямо на земле. Это гнездо, в котором появились наши с тобой знакомые. Сначала их мама отложила одно яйцо, а потом рядом с ним отложили яйца другие страусихи. Так уж у них заведено. Теперь родителям наших страусят придется заботиться обо всех. Ух, и жарко, наверное, сидеть под солнцем в такую жару. Очень жарко, ведь температура почти 50 градусов. Но ничего не поделаешь. Мама страусиха ни за что не уйдет. Иначе яйца, которые она высиживает, могут даже свариться. Вот это да! А скоро появятся страусята? Скоро. Пройдет всего 6 недель. И вот они. Знакомьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Мы рады вас видеть! Ой, а зачем эта мама ущипнула малыша? Дело в том, что уже в первые секунды жизни он должен встать на ножки. Да, оказывается, это очень трудное дело. Давай, давай, малыш, постарайся. Шажок, еще шажок. Молодец! Ай, упал. Ничего. Страусята еще немного потренируются и уже через неделю будут уверенно бегать по земле. О, о, бегут! Вот это спортсмены! Все спортсмены держатся вместе. И чтобы хорошо бегать, они должны очень плотно кушать. Интересно. А что страусы едят? У страусов очень разнообразное меню. Они едят плоды и семена. Если малыши будут хорошо есть, то уже через год они станут такими же большими, как их мама. Ого, какая она большая! Почти 3 метра высотой. А летает она хорошо? Страусы не умеют летать, так что у них устроены крылья. Зато бегают они очень здорово. Даже велосипедисты могут обогнать. Вот это скорость! Ой, а куда это они все направились? Взрослые страусы могут пить редко. А вот малышам вода нужна чаще. Папа и мама наших знакомых решили, что детям пора немного попить. Ой, смотрите, как здесь много разных зверей. Да, водопой место опасное, но будем начеку, спасатели. Как только нашим знакомым будет угрожать опасность, мы тут же их предупредим. Тогда я настрою наш прибор наблюдения и посмотрю, кто еще пришел попить водички. Так, вот так жирафы пьют. Антилопы. Ой, дядь Саш, смотрите, лев, надо срочно предупредить взрослых страусов.
Штраусов, я сейчас позвоню. Все в порядке, что, Коксик. Что? Папа Страус заметил опасность и не даст малышей в обиду. К счастью, он такой сильный, что даже лев его боится. А это здорово. Смотрите, страусята уже пьют и даже купаются. Да, все получилось очень хорошо. И скоро вся семья отправится путешествовать по саванне. Выходит, мы можем быть за них спокойны? Конечно. Пройдет не так много времени, и малыши вырастут и станут большими и красивыми птицами, такими же, как и их родители. Давай пожелаем всего хорошего. Давайте. Страусята, всего вам хорошего. А вам, друзья, до встречи. Будьте счастливы, дорогие мальчики и девочки. И храни вас Господь. Всяка птица красна, как царица.